В Ледовом дворце Лейбутр состоялось открытие первенства республики по хоккею «Золотая шайба», где встретились лучшие команды 2007-2008 годов рождения. Подробности расскажет Петр Говоров. «Трус не играет в хоккей». С таким лозунгом стартовало первенство республики по хоккею для команд 2007-2008 годов рождения. Вот в этом году впервые здесь, и впервые к нам удачный приехал. Ни разу удачного здесь не было. Мирницы приезжали, а вот с удачного еще к нам дети не залетали, как говорится. Но вот в удачном работают новые тренера, и вот сегодня уже вот плоды работы они свои привезли. Посмотрим, на что они способны. После официальной части торжественного открытия игры продолжились по круговой системе. Первая игра прошла в «Полярной Волке» 2008 против «Энергии» 2007. «Энергия» выиграла 3-2. Сейчас будет открытие. После открытия будет 2007 год «Полярной Волки» играть с командой «Дети удачный». И завтра также. Завтра две игры. И 8 марта две игры и закрытие. В первенстве принимают участие 4 команды. «Энергия», «Нерюнгри», 2 состава команды «Полярные Волки», «Якутск» и 1 команда из города «Удачный», «Ети». У меня в Чите каждый раз привожу лучшего игрока. В хоккей я чаще хожу. Мы в футбол только команда летом собираемся и играем. В турнире впервые участвуют ребята из «Удачного». Настрой запредельный. Выходят против «Полярных Волков» 2007 года. На прошлом турнире в «Удачном» и я забила 3 шлемов. Как забил? Бросаюсь неудобно и попал в 3 шлема. Первую шайбу всегда удерживают где-то 10 минут. Ну, как там получится. Также в хоккей играют не только мальчишки, но и девочки. Они уже 6 лет защищают ворота сборной города Нерюнгри и забивают голы в нападении. После фантастической игры нашей сборной на Олимпиаде пхенчане в Южной Корее. Соревнования продлятся 3 дня и завершится первенство республики 8 марта. Петр Говоров, Владимир Павлов, Якутск.